Очки уже свою частоту на карте написали. 142-е КП, позывной призрак. Боюсь, у нас опять потери. Что-то я не нахожу своих ребят. Еще бы хотелось, чтобы не было так длинное МСВ-2, МСВ-1, ну дай хотя бы позывной. Так, пока я говорю не в рацию, кто там водитель есть? ВТВ, булава, идешь первая в колонне. За нее... Говорит! Вода, я на втором канале, кто там киловольта вызывал? Так, МСВ-2, группа Север, мы готовим частоту, поворачиваемся направо и за мной шагом марш. Первый Урал. Команды не едем и не заводим. А, заводи. Попал. Я вроде не вижу. Так. Киловольт, если ты по поводу. Давай еще. Так, лучше высаживайся из машины. Идем заряжаться. Так, форму оставляем. А, взрывчатку убрать. Так, замечательный автомат. 7.62 убивает ботов, выстрелов точно, а в голову с одного. Все, все зарядились. Давайте напротив БТР, БМПшки, кто готов построить, чтобы я видел, что вы готовы. Отлично. Так, теперь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У меня все в том. А значит, дистанция, механика. Дистанция 50 метров. Нет? Все, по машинам все. Держите дистанцию. Все, направо. По южной дороге придется. Механик, стрелок остается. Поддержка основной атаки. Юга. Занять оборону вокруг. С севером все интереснее с танком. Либо отправишь его по северной дороге, которая находится либо по холму. Казимут 80. Группа по северу уничтожить. Еще чуть ниже возьмите, Тингер уничтожен. Все, все. Внимание, воздух, покинуть машину! На 310, на 310. С тяжелого вооружения транспортник, без тяжелого вооружения. Упал. Принято. Продолжаем движение. Азимут 190.